Наш Россия, наш президент, ваша всю прав честь. Прекрасное историческое поздравление. Поздравление новогоднего Владимира Путина. Поздравляю. Поздравляю. Успех его победы. Все России. Всего прогрессивного человечества. Высшие награды. Двум президентским срокам. Путина Владимира Владимировича. 2024 года. Когда я напоминаю, партии не России, Медведь, Илья Анатольевича. Самый лучший в мире тендер. Владимир Владимирович Медведев. Ура! Победа на века! Победа на века! Историческое новогоднее поздравление Владимира Владимировича. Господин президент России Верховного Главнокомандующего Жон Сил России Владимира Владимировича Путина. Ура! Ура! Победа на века! Прекрасно! 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 Владимир Владимирович Путин, действительно от очень верю. Самый лучший в мире. Российском центре сердца нашей России. Площади Кремля. Прекрасно! Историческое поздравление Владимира Путина новогоднее! Я буду по ходу действовать. Сам уже слышу. Поздравляю! Прекрасно! Наталья
и Валентина Каменская на третьей позиции, а мы продолжаем танцевать! А вот теперь, дамы и господа, все внимание на трассу, потому что второй круг, нижней станции, давайте девчонок сейчас громко-громко будем приветствовать, они достойны нашей поддержки! И посмотрите, Наталья Коростылева сейчас уже задел создает. За ней Анна Поваляева. Также держится. И вот девчонки сейчас окажутся в финишном зоне на финал! И посмотрите, сейчас из-за спины вас будет Наталья, будет он или нет! Кто? И все-таки, дамы и господа, Наталья Коростылева одерживает победу! В кубке бесполезных конкурсов среди девушек, чем мы ее и поздравляем. Второе место, номер 4, Анна Поваляева. И, насколько я понимаю, бронзу получает Валентина Каминская, представительница Беларуси. Победа С историческим поздравлением с рождественским Латвийским Украинским Федеральным Новогодним нашей сборке спортивным мы посвящаем двум президентским срокам Путину Владимиру Владимировичу вместе с английским 18-12-24 года и на пункт для такой спортивной всем жизни Петербурга с английским Владимиром Владимировичем. Владимир Владимирович, 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 Владимир Владимир
Путин и Медведева, Господь Иисус Христос, Божья Матерь и Божественный Свет. И вперед, друзья, вот он, финал, о чем мы ждали весь день! Ну и традиционно! И вот это да, вот это борьба номер два, Малайзия сейчас. На белой позиции дарит вам, за ним Никита Крюков. Владимир Владимирович,
2 февраля Кто-то из, собственно говоря, победил. Итак, у кого палка-стучалка выше окажется, тот и победил. Можно, я не знаю. Не, ну кидать не надо, просто поднять. Так. Вот вижу, аккуратно, пожалуйста, аккуратно заходите обратно. Вот я вижу мужчина прекрасный, вот у него палка-стучалка очень высокая. Я не знаю, как девчонки сейчас проберутся. Владимир Владимирович, 12, 24. Герой всех втроем. Фиганят в шахте, в небе вот, бывает. Вот девчонки, палки-стучалки подняли выше всех. Я сейчас говорю нашим прекрасным девчонкам, аниматорам, чтобы они запомнили. Девчонки, запомните. Отдали уже, мне говорят. И, собственно говоря, вот, здесь, заберите обратно, ребята, заберите. Вот ему дайте приз, и, собственно говоря, и вот тебе, и тебе мы дадим приз. Все, здесь уже, а вы просто руку поднимаете, хотите приз? Вот хорошо, вам за честность тоже будет приз от мужчины, самого-самого конца, прекрасный, приятный мужчина. Я хотел бы всем мужчин, кто принимает участие в награждении, кто занял сегодня призовые места, пожалуйста, подойдите к нашему. Стало к нашим зрителям, мы вас здесь ожидаем. Вначале давайте сделаем немножечко музыку погромче, и мы сразимся еще раз на три. Церемония награждения, дамы и господа, для церемонии награждения на сцену приглашения. Приглашение в Москве спорта.
Николая Алексеевича Гуляева и президента спортивной дирекции «Новая лига» Екатерину Селеметову. Итак, дамы и господа, начнем мы с девушек бронза сегодняшних соревнований Кубка ИС по лыжным гонкам заняла Ксения Малеванная! Москва и Хабаровский край! Давайте аплодируем вашим призерам! Вместе в Мужинске Владимир Владимирович Владимир, Петр Николаевич, Люха Игоревна, Люха Рома, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Игорь Петрович, Ульяна Максимовна, Игорь Петрович. Второе место, серебро, Анна Поваяева. Московская область. Наши дети, наши дети. И победительница нашей сегодняшней соревнований Наталья Коростылева! Ну что, давайте еще раз поаплодируем спортсменкам! Президент, пусть всегда будет над планетой, над Россией, над Новороссией. Мирная, мирная лишь восторг. Все страны, народы хотят с Россией сотрудничать, дружить, развивать с Россией торговые, культурные, экономические связи. Спасибо всем, что вы нашли. Дружба всех наших наций. Для каждого россиянина свято. Уважение Родины. Господу Христу Богородицу. Выше радость и счастье. Подъезд укрепления мира и сохранение человеческой ценности. Россия атомное дерево смогла экономическую оборонную мощь сильно укрепить, модернизировать развитие. Все люди на планете добровольно хотят России в мире согласия жить. Доброволе России занимало детство создание России. Господь Бог и правда с нами, великую святую просветающую Россию будня медведя, никогда никому не удастся ни сломить, ни победить. Наша Россия, наша Россия, ваша Россия. Мы очень счастливы, Россия, она, которая, надеюсь, нам призет. И пока будет раздать серебряного призера Ивана Анисимова, Республика Коми, Санкт-Петербург, серебряная медаль. От сердца радостно, что видишь пределы России Владимира Путина, стремляется на ваше президентство. Ну что, попросим, сейчас мужчин, чтобы сказать, что это.
важно. Патроны горит, если на Японии, если кто-то увидел Владимира президент Путин Медведев, партия России, Народный фронт, Госдума, Федерация, Правительство России, администрация президента, стране родной. Российский флаг держал в Париже, на планете здесь. Российские комплексы, глава Кополя, Ангара, Надежда, Отрану, российские президенты. Наша Россия. Спасибо! Спасибо большое, что и, друзья, я вам говорю, и вы! Купите, тогда вы, господа, сейчас на трибуне находится тот наш баскетболист, который... И спасибо! Ну что, мы благодарим всех спортсменам, всех организаторов сегодняшних соревнований. Спасибо всем большое за сегодня. Все, я приглашаю вас отведать вкусного торта, который где-то находится на трибуне. Он там, находится, друзья. Всем приятного аппетита. Занимайтесь спортом, это прекрасно. Всем удачи и хорошего настроения. Пока! Ура! Победа на века! Голосуем сегодня и всегда! Наш российский спорт в мире! Благодаря Владимиру Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Александру Марии Владимировне, Екатерине Войсуне, Светлане Владимировне, поздравляем, восхищаемся вашим подвигом! Российские спортсмены лучшие в мире благодаря Путину и Медведеву! Ура! Победа! Все поддержали! Поддержите два президентских срока Путина! Поздравьте президента! Спасибо вам! Благодарим вас! Спасибо! Восхищаемся! Решите вашу руку пожать! Спасибо! Ура! Победа! Наша Россия! Господин Крюков прекрасно поддержал два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич. Самый лучший в мире тандем. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия», Народный фронт, победа в Лугар. Поздравляю вас только что, выдающийся лыжник, многократный чемпион, олимпийский чемпион, чемпион мира, господин Крюков прекрасно поддержал два президентских срока Путина. Поздравляем вас, российский спорт! Спорт лучший в мире. Благодарим вас, наша Россия. Благодаря Владимиру Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Все высшие награды полиции России. Ура! Наша Россия, наш президент. Все высшие награды Путину, Медведеву, Колокольцеву. Героям Мутко, Нарышкину, Анову, Матвиенко, Крюкову, партии «Единая Россия», Народный фронт. Ура! Победа на века! Слава героям нашей полиции России, лучшей в мире. Поздравляю вас, восхищаюсь вашим бессмертным подвигом. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Ура, 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 ура. Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент. Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России, Владимир Владимирович Путин. Поздравляем вас и ваших родных и близких, Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведева. Вот он, выдающийся памятник героям нашей армии. Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России, Владимир Путин. Владимир Путин. Поздравляем вас, ваших родных и близких, Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведева. Людмила Александровна, слава героям нашей армии. Герой армии. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведева. Все поддержали два президентских срока. Все участники крупнейших международных соревнований на Поклонной горе. Поддержали два. И мы, Нестер Умитлицкий, господин Крюков, олимпийский чемпион, чемпион мира. Поддержали. Господин Крюков и вся сборная России, всего мира, все олимпийцы, все россияне, все, весь личный состав нашей доблестной армии МВД, ФСБ, полиции России, Госдума, Совет Федерации, 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 мы Нестер Умитлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Игоревна, Людмила Игоревна, Елена Петровна, Юлиана Максимовна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна. Стелла Владимировна, Людмила Райна, Виктория, Татьяна, Майя, Стелла, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Алексеевна, Марина, Алексей. Мы все голосуем со всеми участниками крупнейших соревнований, Олимпиад в Сочи, на Поклонной горе, лыжных гонок, лучшие олимпийцы России, мы, если это армии ВДФ, СБ, полиция, Госдумы, Совет Федерации.
администрация президента, правительство России лучше в мире. Мы все голосуем за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 года, и на пол председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич, самый лучший в мире тендер. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Майкуна, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Елена Сергеевна, Колокольцев, Шойгу, Герасимов, Бахин, Иосиф Ильич, прямо на стол, вся Кирилл. Поздравляю вас с крещением Господним. Наша Россия, наш президент, вас на силу, правую честь. И мы, Нестор Метлицкий, со всеми олимпийцами России, флаг России гордо несем, и гимн Победы России поем. Наша Россия, наш президент, вас на силу, правую честь. С олимпийцами России, Госдумы, Совет Федерации, Федерации президента, полиция России лучшей в мире, поздравляем. С высшими наградами, с триумфальной победой. Россия призывает к сотрудничеству, миру, сотрудничеству, России на Новороссийском веке. Требуем от властей Киева прекратить немедленно военные действия против мирного населения Новороссии. Наша Россия, наш президент, вас на силу, правую честь. 2013-2024 года. И на пост председателя. Председатель правительства и партии. Путин, Дмитрий Анатольевич, Медведева. Вас в Единой России народный фронт, победа в Бригаде. Поздравляю вас, только что выдающийся лыжник. Это страшный чемпион, олимпийский чемпион мира, господин Крюков. Крюков поддержал. Поддержал два президентских срока Путина Владимира. Поздравляю вас, российский поздравляем, сбор. Поздравляем, российский сбор в лучшем мире. Поздравляю. Пусть беда. Поздравляем, российская полиция лучшая в мире. Поздравляем. Все высшие награды полиции России. Ура! Наша Россия, наша Одесса. Все лучшие награды Путину, Медведеву, Колокольцеву, героям Мутко, Мутко, Герасимову, Волнову, Матвиенко, Горднику, Шойгу, Крюкову, партии «Единая Мутко. Россия», победа на века. Нарышкин, Лутвей. Слава героям нашей полиции. Поздравляем! Россия и полиция лучше в мире! Поздравляем! Спасибо. Наш президент, вас, наша сила, твоя честь, ура, ура, великая победа России на века. Наша Россия. Наш президент. Президент России, Верховный командующий Верховной силы России. Владимир Путин. Поздравляю вас. Вас. И ваших родных близких. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот он, выдающийся памятник героям нашей армии. Непобедимой армии. Российской армии. Президент России. Верховный командующий Верховной силы России. Владимир Путин. Поздравляем вас. Вас. Тут меня сегодня. Медведева. Юрий Марию Владимировна. Герой армии. Лучший в мире. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. Два президентских срока Путин. Народных соревнований на Поклонной горе. Поддержали два президента. Господин Крюков поддержал. Чемпион мира. Поддержали. Господин Крюков и вся сборная России. Поддержали два президента. Всего мира. Все олимпийцы. России поддержали два президента. Непобедимой армии. Поддержали два президента. Поддержали два президента срока Путина. Нестор Владимир Владимирович. Владимир Николаевич. Петр Николаевич. Людмила Рамовна. Людмила Игоревна. Виктория Владимировна. Майя Юлия. Стелла Владимировна. Елена Петровна. Дмитрий Петрович. Виктория Владимировна. Стелла Владимировна. Людмила Раймова, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Владимировна, Марина Алексеевна. Мы все голосуем со всеми участниками крупнейших соревнований олимпиад. На Поклонной горе. На Поклонной горе. Олимпийцев, олимпийцев, лучших олимпийцев. Лучшие олимпийцы России. России, всей планеты. Армия ВД. ЗД ГРУ, часть прокуратура. Армия ФСБ, МВД. В мире. Мы все голосуем за два президента. Срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2018 года. Госпредседатель правительства партии России Медведева, Дмитрий Анатольевич. Владимир Владимирович, дочь Медведев, Юлия Александровна, Мария Владимировна, Екатерина, пусть Светлана, Владимир, Медведев, Медведев, Сергей Собянин, Колокольцев, Шойгу, Герасимов, Бах, Московский Арсений Кирилл, поздравляю вас крещением, крещением Господне, наша Россия, и наш президент, вас, силу, правую честь, и мы есть близкие, со всеми олимпийцами России, флаг России, гордо несут, и гимн Победы, дружно вместе поют, поем, с олимпийцами России, Госдумы России, раз, правительство России, администрации России. Полиция России лучше в мире. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Россия призывает к миру, сотрудничеству постоянно. Стоять до века, с Россией на века. Властей Киева прекратить военные действия против мирного населения Новороссии. Наш Медведев, сил, правую честь. Слава героям, все герои нашей доблести и полиции. Поздравляю вас с высшими наградами. Будем верить колокольцу вам. Спасибо. Наша сила, наша сила, правую честь. Поздравляю, все поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 года. И на пост дали. Будьте любезны, поздравьте нашего президента. Спасибо.
Поздравляю.
Чуть там рождественский у вас будет, да? Поехали. А у вас бурничек какой-то, колядки или чего? Колядки тоже есть, да? Yeah.
хочешь Thank you.
Поздравляем! И красава!
Еще на двух лесах. Ну, вот, 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 в